Так, станция, смотрите, ситуация сегодня очень интересная, потому что, знаете, как заведено, я все время говорю, приезжайте к нам в гости, вот, но если вы не идете на станцию, то станция идет к вам и приходит домой прям, поэтому мы сегодня у Алены в гостях, уже станция пришла, если гора не идет к Магомеду. Там это метал-кор-станция идет. Ты так хотел Слиптокен услышать, что аж приехал. Что аж приехал в Краснодар, чтобы послушать Слиптокен, да. Классно же? Супер. Так, станция. Гляньте, что за необычный сегодня контент. Это что-то такое интересненькое, такого у нас еще не было. Слушайте, мы сегодня на кухне не в Пятигорске, а вот в Краснодаре, пожалуйста. И мы сегодня в гостях у Алены. Алена, здравствуйте. Добрый день. Станция, Алена. Станция шляпа, микрофон. И вон там вот живой зеленый шляпа, которого сильно не забить, поэтому мы такие его погладь. Трунь! Вот так, ну, чуть-чуть. Все, металкор станция здесь. Алена, удар по столу. Так, станция, на сегодня такие пироги, интересно. Знаете почему? Потому что мы в гостях у Алены. Алена у нас, если что, если вот кто еще до сих пор сидит и говорит, что за Алена? Алена у нас... Я не понимаю, как можно не знать. Вообще кошмар. Когда ты... Давай так, короче, Алена подписчица из Краснодара. Как ты наткнулась на металкор станции? Очень интересно послушать. Бадоманс. Выпуск, где мы... Я Мали включал Бадоманс. А, нет. Выпуск, где вышел их трек... Новый. The Dead of Peace of Mind. Так. Наткнулась на него, но он уже вышел, видимо, давно, потому что я где-то в декабре его посмотрела. Да. А потом уже что-то решила посмотреть. Вообще, искала информацию про Бадоманс. Угу. И нашла там... как бы... Этих вот, которые сидят, реакции, да, там какие-то свои делают. Думаю, о чем вообще не разговариваем? Дайте, пожалуйста, музыку, информацию. Я пришла за информацией. А ты пришла туда, где нету информации. Как раз куча пиздежей непонятных. Ноль вообще. Ну, в общем, все равно я посмотрела. Мне понравилось, ты там рассказывала про Бадоманс. Мне понравилось. Чуть-чуть. Ну, у меня же с матчастью чуть храмует. Но я не помню, когда это было, и я очень долго не была подписана, просто тихоря смотрела, лайки не ставила. Так делать нельзя. Надо подписываться, станция, если что. Надо подписываться, ставить лайки. А потом, когда ты подписалась? Когда ты поняла, что металкор станция — это любовь? Вот, когда этот момент наступил? Когда я уже в Телеграме сидела, общалась, и потом... через, не знаю, недели три я поняла, что это же не подписано. Вон что, все понятно. Так все делать ясно. Нельзя. Надо сразу, станция, сразу, вот вам хочешь... Ладно, хорошо, ты тебе что именно понравилось? Ты такая, типа, вот... Мне понравилось обсуждение, почему альтернативная музыка такая непопулярная, и почему всякие, там... отвратительные люди очень популярны, зарабатывают очень много денег, а эти нет. И мне понравилось обсуждение, я никогда не ставлю комментарий, но здесь я тут поставила комментарий, а ты меня пригласил в Телеграм, и как бы вот мы здесь, у меня дома. Получается, это все было не зря, станция. Все пути ведут на металкор станции, в одни пути. Потому что мы здесь, вот тут. Мы не где-то, знаете, в пространстве, мы вот здесь. Короче, с Аленой познакомились. Смотрите, сегодня у нас выпуск интересный, как можно было по названию заметить. Потому что нам Алена притащила... мы притащились... Приехал за Слиптокеном. Я притащился за Слиптокеном к Алене. Вот. Поэтому сегодня у нас в конце мы послушаем Слиптокен, который нам посоветует Алена. Который ты выбрала, да, трек, который тебе очень сильно нравится и очень крутой. Типа он самый крутой, правильно? Он самый крутой, который ты выбрала. Больше всего просмотров на Ютубе. Просто топовый трек. Все, ништяк. У них очень классные песни, много их, но этот прям топ. А, все, я понял. Станция, поэтому мы послушаем сейчас у нас, значит, Альфа-Вульф. Выпустили тут на днях Альфа-Вульф с Holding Absence. Здравствуйте. Новый трек 60 сантиметров стали. Интересно. А это русская? Альфа-Вульф? Да. Нет. Это одни австралийцы, а другие британцы. И они вместе. Оп. И вот у них 60 сантиметров. Мы их очень поздравляем. Вот, пожалуйста. Вот, затем, сегодня интересно, потому что, если что, Алена не слушает тяжеляк. Вообще вот. Нет.
Вообще нет, ей не нравится. Ей нравится, когда мелодично, классно. Вот, и Oceano выпустили новый трек Океана. Это очень интересные ребята, тебе точно понравится. Да, слушаем их, а затем мы придем, соответственно, как говорится, к слип-токенам. Интересным, сколько мне было прожужжено ушей. Слип-токен, мы хотим... Почему? Потому что ни одной реакции, ни одной вообще информации в России нет. Просто да нет. Вообще нет. Ничего нет. Поэтому... У американцев есть, у британцев есть, а в России нет. Станция, поэтому сегодня супер эксклюзив, потому что в России, здравствуйте, будет реакция на слип-токен, и еще будет куча инфы от Алены, потому что она подготовилась, очень там много, что-то нам... Очень нам... много информации. Много, прям... Да, много чего интересного расскажет. Поэтому станция. Я пока, мы будем слушать треки, буду делать салат, короче, а вы запасайтесь едой, вот, и с кайфом давайте слушать и смотреть, потому что сейчас будет интересно. Первыми выступают сегодня на Metalcore станции Альфа Вульф, скорее всего. Мы разогреемся с них, короче. Вот, Альфа Вульф, слушаем, наслаждаемся. Сейчас посмотрим, что они там нам приготовили. Уже хорошо звучит, если что, уже классно. Все, да. Станция, заверните мне, пожалуйста, этот трек. Все, мне уже нравится. Ставлю наперед 10 из 10. Станция ей не нравится, кидайте ей дизлайки. Музыка говорит качественная, но что-то не то. Это другой вокалист, из другой группы. Что, брейк будет? На стол залезь. Брейк будет в танце. Кто-то здесь сейчас поставил что-то, кроме 10, станция. Да. Ну, музыка классная. Очень классные барабаны и очень классная гитара. Мне понравилось. И когда вот этот вот второй начал петь, тоже красиво. Если что, Алена тащится по барабанщикам. Да, барабанщики.
30. Особенно кто у нас фаворит? Шеннон Лето. Ну извините. Свяжись со мной. Шеннон Лето, если ты до сих пор. Если ты до сих пор еще не пишешь Алене в директ или куда? В телегу, куда тебе удобней? Ватсапом, позвонить можно. Номер, короче, я тебе скину. Если ты не напишешь, то ты черт. Прости. Так. Так. Хорошо, окей. Ты что говоришь? Тебе, значит, ударка классная, да. Ритм классный. Классно, когда припев был, да? Ну, именно когда второй начал петь. Угу. А который орёт, не нравится, да? Ну, ты просто, суть в том, что тяжеляк просто не любишь, поэтому... Я знаю, почему они орут, что это эмоции. Я, ну, смотрела, что это тяжело, если действительно он вживую орёт и не на связках, типа, это тяжело, это все, конечно, классно. Ну, то есть я не отношусь к этому, типа, фу, какой ужас. Но мне не нравится. Просто не нравится. Вот просто, ну, это не нормально. Нравится. Станция, кому-то Джинджер нравится еще теперь. Кто-нибудь все нормально. Все... Мы любим упоминать Джинджер в Суи, станция, как всем известно. Сколько поставишь? 6. Как с ней общаться после этого? Какая тут 6? Это 15 из 10. Я поставил 10, станция, я меняю свою оценку. Я там вначале поставил 10, я меняю свою оценку. Сейчас 15 из 10, потому что припев странный такой. Вот мне нравится странность этого припева. Очень классно мясисто. Альфа-вульф, здесь альфа-вульф. Holding up sense, здесь не holding up sense. Они чуть-чуть другие. Они, короче, больше мелодичные. Такое что-то романтичное, короче, обычно играют. А тут они, видишь, какой-то припев был такой интересненький, необычненький. Вот, но в целом, это очень крутой трек, еще учитывая, что, ну, типа, там, брейк, ну, извините меня, очень неплохо, вот, поэтому 15 из 10, нет, станция, хорошо, ладно, 10, нет, я ставлю 10 просто, чтобы вы понимали, если что, это когда я буду точно слушать, вот 10 я поставил, значит, я точно это добавлю. Когда ты будешь слушать слип-токи? Что будет? Отыгрываться на мне. Ты будешь слушать Сплиптокен и говорить, ну мне вот это не нравится, вот это не нравится. Ну не такой уж и конченый. Что? Можно подумать. Нет, все нормально. Я буду честен. Ладно, я буду честный. Окей? Ты спокойно? Все, отлично. Станция, ваши мюслишки надо писать в комментарии, потому что вот видите, у нас с Аленой мнение чуть расходится. Интересно, какое мнение у вас? Поэтому комментарии открыты, залетайте с кайфом. А ты будешь отвечать, если про тебя будут что-то писать в комментах? Буду, да. Пишите про Алену много хороших вещей в комментах. Ей это понравится, и она будет вам отвечать. Да. Понятно? Да. Пацаны, нападайте, чего вы. Так, станция, значит, следующим у нас идут Аущияро. Алене очень понравится, я уверен. Он творит. We'll be right back.
есть это даже припевчик такой некий. Это припев. Заметили, да, что сейчас будет брейк, походу? Это конец? 3 минуты? Давайте ваши ощущения. Как вам? Предыдущий ничего вообще был такой. Очень даже не на шестерку, а даже чуть больше. Я обвиняю это свое мнение, там семерочка, твердая семерочка. Ну я не могу, Ну, из-за того, что ты слушаешь, да, оценивать сложно. Но попытайся, знаешь? Тут такой будет, такая разница будет. Мне знаешь что, типа, а ты вот все равно поставь оценку. А какая разница, по ощущению? 3, потому что я вижу, что это качественно, что человек старался, что, я не могу сказать, что это 0. Но из-за того, что я просто не слушаю и точно никогда не буду больше слушать, пожалуйста. Пожалуйста, никогда больше. Но тут, смотри, я почему станция вынуждаю ставить оценки, потому что так, так честно. А то что мы? Честно, а представляешь, человек сколько старался, сколько сил вложено, он занимался упорно, так, молодец, учился, молодец. Экстрим, это экстрим вокал или, да. или еще? Так у них аудитория своя есть. Все, и понимаешь, вот это он старался, если не такая девочка с Краснодара, я поставлю 3. Ну и что? Ну так суть-то в том, что мы на станции ставим оценки по ощущениям, вот как я сейчас чувствую. Если вот этот, а как его зовут? Темненький дяденька. Темненький дяденька, если вы это смотрите, вдруг, вы большой молодец, да. Да, вы не обижайтесь, темный дяденька. Мы даже не знаем, как вас зовут. Слушай, нет, эта группа вообще всегда была классно тяжелая. Вот сейчас это было что-то для меня лично вообще непонятная станция. Просто даже если вот, очень странная концовка странная. Там должен быть типа брейк, по логике вещей, типа вот должен был быть брейк. Но его не было и было вместо него какое-то непонятное месиво. А так в принципе и целом ничего нового, потому что у них альбомы 5 лет не выходили, вообще ничего не выходило, была просто тишина. Вот, и мне на самом деле тоже было интересно, потому что, далеко не во всех группах, очень сильно далеко не во всех группах станции есть черные вокалисты. Кстати, да, я тоже хотела отметить, что... Это вообще, а там же еще в чем суть? У него голос, слышишь, какой низкий. Это вообще очень круто, в смысле то, что если вы станция по молодости слушали, там, я не знаю, кого с таким голосом, тот же самый, как его звали? DMX, если DMX послушать, или Ludacris тоже, у него голос такой низкий, классный. И вот у этого, очень низкий гроул получается из-за того, что он экстримит, то есть у него сам голос, понятно, что грубый, и еще и ниже он, получается, гроулит. Это вообще супер круто получается. Мне не хватило вот какой-то кочевости. Было, классно, но ничего нового. Я думал, может, они какую-то кочевость добавят. Они добавили какой-то вот дедкорный припев, который там был, когда я тебе про припев сказал. Вот. И так в целом, ничего особенного. И это, наверное, 6. Вот, потому что я ничего нового не услышал. Все то же самое опять. Вы не выпускали 5 лет треки, а что случилось? Нельзя что-то новенькое привнести хотя бы, я не знаю. Через 5 лет они сняли вот этот. Вот этот, да. Клип очень крутой, заморочились, молодцы. Станция, сами видели, клип прям крутой, классный. Даже учитывая то, что он опять же в церквушке, как мы любим в католической. Но,
Но там уже что-то какое-то демоническое что-то с ним происходило, то есть сюжетик интересный. Вот, а так в целом клип классный, а трек, ну, из-за того, что ничего новенького, да, наверное, шестерка станция. Вот, поэтому ваши комментарии очень нужны. Вот, надо посмотреть, что вы там напишите, а вдруг вы там правы, а мы не правы совсем. Такое же тоже бывает. Все, встретимся в комментах. Понятно, да? Ну и что же? Мы потихонечку... Мы потихонечку подтянулись к моменту, когда, вот, пожалуйста, справочник по слип-токену сегодня у нас здесь присутствует. Информации просто, ее в вагон, я даже не знаю, как уместить все. Как-нибудь умести. В смысле, вот у тебя будет стоять микрофон, ты говори, а я буду тебя обязательно слушать. Станция. Сейчас будет много интересного про слип-токен, короче. Я сразу скажу, что, смотрите, я слип-токен вообще ни разу не слушал. Прям ни разу. Потому что мне, ну, как-то не попадалось, короче. Может быть, такое бывает, что я иногда могу слушать, и мне попадается, короче, я послушаю вот так бегло. Возможно, да. Я бегло послушаю, если меня чуть-чуть хотя бы не зацепило, я топаю дальше, потому что групп дохера, блин, а мне же надо что-то новое все время подыскивать, короче. Вот, и вот на тот момент, когда я искал все время что-то новое, видимо, меня не зацепило, вполне возможно. Вполне возможно, что я слышал где-то, может быть, какой-то только фрагментик, но, короче, не слушал. Вот в чем прикол. Поэтому для меня сейчас будет первое прослушивание этой группы. Вот, а для начала Алена расскажет нам всю предысторию. Предыстория такова. Так. Вот ты ничего не знаешь про них. Ничего не знаю. Мы тоже про них ничего не знаем. Вообще ничего. Отлично. Да, хотя бы давай базовые вещи. Откуда? Вот я тебе сейчас базовые расскажу. Это анонимная группа с Британии. А, британцы. Да. Все. И все. Про них ничего нет. Они все. Они выступают в масках. И все. В масках? Да, они, в общем, со слов участников группы, они объединены поклонением божеству некому, которого называют Слип. И... Это вот эти вот поклонники макаронных богов. Вот, и этот бог пришел в сон солиста группы, и вот они решили создать группу и нести вот. Но тексты у них, почему я думаю, что это образ все-таки? Mm-hmm. Ну, я так считаю, что это образ. Либо это образ, либо это действительно люди так живут. Но мне вот, ну, на 99.9 я уверена, что это образ. Mm-hmm. У них очень классные атмосферные концерты, потому что они не общаются вообще с публикой, они выходят, они поют, mm-hmm. то есть он поет, у них очень странные, но завораживающие какие-то движения. Mm-hmm. Если будет возможность, тебе обязательно покажу именно лайвы, но у них mm-hmm. лайвов именно таких качественных нет, почему-то, mm-hmm. трагедийно, конечно. Вот, что еще мы о них знаем? У них очень сильный инструментал, то есть ты даже можешь без солиста слушать, и это mm-hmm. очень сильно, это очень классно, даже они делают некоторые песни, где припев отодвигают, и вот идет инструментал. Очень красивые, очень такие мелодичные. Угу. А еще для поклонников Bad Romance. Угу. Станция. Sleep Token является одной из любимых групп Ноя Себастьяна. Здравствуйте. Здравствуйте, Ной. Вон оно, все, да. Ной. Вот. И на самом деле, если слушать прям альбом из Sleep Token угу. и послушать последний альбом Bad Romance, там прям... Что-то похожее будет. Не похожее, вот как будто он вдохновлялся. А, от них вдохновлялся? Ну, как будто вот что-то, вот что-то есть. Угу. И не я одна это заметила. Настроение, наверное, да, такое да, просто. Да, так. Вот. И, в принципе, все. Но, на самом деле, вы знаете некую Марию Ромашкину? Кажется, станция мы знаем некую Марию Ромашкину, правда? Вот, она нашла... Интеллигенция, нашла... здравствуйте. Привет. Так. Она нашла, как выглядит солист без маски. Все-таки спалился, стю, блядь! Спалился. Тоже мне спалился, но это шпион. Очень интересная история. Он спалился, фамилия и имя его известно, но он что без маски, там вообще ничего не видно. То есть там буквально пару фотографий и как-то сбоку, то есть он вообще ничего не видно. И самое интересное, что у него есть полная тезка и однофамилец, который в Британии, тоже живет в Британии, и он этот, господи, актер. Даже на Кинопоиске есть.
И первое время, когда мы увидели, мы, естественно, что-то делаем в Гугле. Да, это он. В Гугле вбиваем, все, это он. И мы, естественно, в Телеграме, вот, посмотрите, как он выглядит. А он тоже там голубоватый, и ну, телосложение такое же было. Ага. И мы все, это он, а потом я замечаю, у солиста на концерте, у него, когда он поет, у него маска, ну такая, чтобы пел. Ну, то есть, вот такая. И я замечаю там родинки. Смотрю на этого актеришку, а там родинок нет. Детективные эти расследования проведены были. Дедукцию включили. Оказывается, просто это его тезка и однофамилец. А именно сам солист, мы находили на Ютубе ролики старые, где, ну, слышно, что это он, что это его голос. И я сидела, смотрела там всего три, по-моему, ролика. Его реально там не видно, потому что он, по-моему, с длинными волосами там сидел как-то еще, ну, как-то опущенно. Вообще не видно, как он выглядит. И, но я там разглядела эти родинки, так что это 100% он. Вот это ты расследование вот провела. Да. По поводу трека. Мне всегда было очень важно, что текст. То есть это может, конечно, музыка зайти, ну, как говорят, качает. Но когда слушаешь текст, о чем вообще? Мне очень жаль, что я не носитель английского языка. Я очень хочу его выучить, но мне лень. Потому что очень много песен, у которых очень сильный текст, а мы не знаем об этом. Вот. И наоборот, бывает такое, вставляют что-нибудь с таким-то отвратительным текстом, куда-нибудь видео, точнее музыка вирусится в всякие запрещенные социальные сети. Вот, и потом, ну а ты читаешь текст и думаешь, вот ты перед тем, как вставила эту песню, ты текст хотя бы послушала. Вот, и в общем, эта песня называется Alkaline. Никак не связана с алкашами? Нет. Ладно. Суть песни... А вообще, если переводить прям дословно, это щелочное, ну или щелочная. Вообще выглядит, ну, как бы отвратительно, ну типа, что такое. Но это вырвано, можно так сказать, с контекста, с фразы. Я хочу зачитать здесь, на нашем тексте. Станция все интереснее и интереснее становится. На самом деле, этот текст, мне вообще сама песня, бывает, ты слушаешь песню, думаешь, ну прикольно. Второй раз слушаешь, такой еще прикольный. Третий раз слушаешь, боже мой, это шедевр. Эта песня, это не про это. Она мне вот зашла, вот просто я ее только услышала, все, и думаю, боже, что за шедевр. Сразу любовь. Да, так. Любовь. Вот, ты прям всю ее зачитаешь или какой-то... Она не длинная, я просто... Все. Так, так. Не чтобы мы все понимали, что сейчас будем слушать. Да. Все. Потому что текст очень красивый. Так, давай. Ну, мне так кажется, что это шедевральный текст. Станция зачитывает. Алена, пожалуйста. Время от времени что-то меняется, и вот она меняет меня. Уже слишком поздно, я изменен, есть что-то внутри. Она не кислотная и не щелочная, на грани между черным и белым. Еще не день, но и не совсем ночь. Идеально в своем несовершенстве. Я одержим ее замыслом и его соединение с моим. Наблюдаю в другом свете, объект своего желания. О, давай поговорим о химии. Я хочу проплавиться насквозь, прямо к сердцу ее молекул, пока частицы не разлетятся святой водой. Так или иначе, она не открытый элемент, в аду ли рождена, с небес ли послана. Мне нравится это в любом случае. Ну и, собственно, опять припев. Все? Ну, припев два раза повторяется, так. И все. И все? И все, да. О. И вот получается, Alkaline, это по поводу... Она не кислотная, не щелочная. Как, ладно, как ты ее поняла? Она для тебя, вот, что ты поняла? Мне очень нравится, как будто вот, как он здесь поет объект своего желания, он как будто ее боготворит. Ну, то есть, она необычная, она необыкновенная. Речь она... идет про женщину. Ну, он так. Здесь поет она. Может быть, это, конечно... Так. Не знаю, кошка. Может, он просто работает в этом, в магазине электроники, да. И вот он алкалиновая батарейка, ты самая лучшая на свете. И не щелочная, и не кислотная. И не щелочная, да, и не кислотная. Алкалиновая лучшая станция, вы знали, кстати? Это очень красивая песня, ты её портишь. Алкалиновые батарейки всегда лучше. Ну, понимаешь, он не определился, какая она и такая, и все. Она, в общем, необыкновенная, не поддающаяся законам химии, то есть не щелочная, не такая, в общем. А еще лучше станция литий-ионная.
Та-дам-па-дам-пам-бум! Еще один момент. Я почему вообще по поводу текста говорила, потому клип что... Клип нужно смотреть? Клип, можешь посмотреть. Хорошо. Но клип не соответствует вообще тексту ни разу. Он сделан в таком стиле, а-ля легкий хоррор какой-то. Ну, я хоть на него посмотрю, что за маски. Мне интересно, что за маски. Да. Нужно это. Итак, все? Все, включаем. Да. Танца, если есть фанаты Слиптокен, пожалуйста, залетайте в комментарии. Такой здоровый, типа, ну, Every once in a while something changes. She's changing me. It's too late for me now, I am altered. There is something beneath. She's not acid nor alkaline. Caught between black and white. Not quite either day or night. She's perfectly misaligned. I'm caught up in her design. And how it connects to mine, I see in a different light, the objects of my desire. Мне пока все нравится. Конец? Да? А, во, молодцы, видишь? И не затянули, получается. Ну, три, мне маловато. Ну, тебе-то понятно, что маловато, ты фанат, блин, извините меня. А я что хочу сказать? Станция, короче, если вы заметили, то Алена у нас любитель, получается, тактильнокора. А иногда скидывают в телегу тактильный кор, а там они орут. Я говорю, это не то, это мне не нравится. Вот так. Это, вот оно. То вот есть тебе... Вот это я считаю тактильным. Ага, то есть тебе тактильный кор без экстрима? Есть, когда экстрим его вставляют прям, ну вот... Хорошо, например, смотри, Imminence Temptation. Он для меня при том, что мне очень нравится эта песня, но она все равно тяжелая для меня. И ты ее типа на постоянку не слушаешь? Нет, я могу зайти, посмотреть клип, клип классный. И там инструментал очень мне нравится, на гитаре играет. Вот вообще супер. Но он тяжелый, я его себе не скачиваю. Ну вот так вот ходить, послушать я не могу, но она мне как бы она мне и нравится, и нет.
Вон оно как. А это сейчас было, по-моему, проявление чистейшего тактильнокора. Знаете, в чем суть станции? Ну, не знаю, странно это или нет, может быть. Но я очень сильно люблю, например... Короче, очень сильно обожаю крутых мужицких вокалистов. Не обязательно тяжелых. Если брать там попсу любую, блин. В смысле, я люблю, когда красивый мужской голос красиво поет. И вот этот его тембр в самом начале, он такой, блин, классный. Суть в чем? Я, например, кайфую с Тедди Свимса, как Тедди Свимс поет. Этот забыл еще одного. Ну, короче, то есть, понимаете, да, вот эти вот сильные, красивые мужские голоса, блин, такие крутые. И вот он очень крутой вокалист. У него голос супер мега мощный. И у них очень много лирических песен, где он там на пианино играет. У него очень классный голос. И тут, видишь, и тут и синты, короче, вот эти вот интересненькие. И звук гитары, кстати, мне напомнил Dead by April. Он тоже такой, типа, жирненький, жирный, плотный и не капец какой перегруженный, как будто вот он такой мягонький дисторшн, короче, у гитары. Мне нравится, вот как у Dead by April звук гитар, и вот здесь тоже, ну, очень сильно напомнил. Ну вот, что еще? Голос, вот эта гитара, все четко в этом треке. В смысле, мне очень, сейчас вот я, ну, в смысле, я честно говорю, станция, если что. Я сейчас вообще без доли лукавства какого-то, это десятка. Раз, опять, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, станция. Честно сказать, я прям, я ждал какую-то хуйню. Конечно же, вот, но оказалась классная песня. Я единственное думал, блин, затянут, не затянут, не затянули. 3.5 минуты идеально для этого трека, просто идеально. И потому что, если бы, например, было бы там 4 минуты или даже больше, они бы синты свои растянули, я бы уже заскучал. Но у них очень много треков, где они прям очень растягивали. Да? Очень вот, много. Вот, вот, такой... вот я сильно вот такие затянутые не особо. Мне кажется, что по сравнению с другими песнями, я такая, ну, короткая прям. Mm-hmm. Вот, но здесь идет, получается, первый куплет, он идет в самом начале. Еще не раскачавшись, потом идет вот этот куплет, тоже еще не раскачанный. Потом идет вот как второй куплет, уже раскачанный, все, но из-за этого кажется, что он один. То есть как будто там начало, вступление какое-то, потом один куплет, и два припева, и все. Ну это для фанатов вообще классная история, когда у тебя просто много твоего любимого исполнителя не бывает, как говорится. Ну я не скажу, что мне все их песни нравятся, есть песни, которые ну, для меня непонятны. Нет, это нормально. Вот, но часть песен очень классная, очень сильная. И текст, боже мой, у меня от этого текста иногда аж мурашки по коже. Интересно, видишь, ты заморачивался с текстами. Да, я, например, очень. Заморачивался с текстами только один... два, несколько раз всего. Потому что мне, например, когда архитекторы зацепила меня настолько музыка, что я пошел читать тексты, мне очень было интересно, что они пишут в текстах. Мне интересно было Inflames, что пишут в текстах. И интересно было, что Eminem пишут в текстах. Все остальное не все. Да, ну типа классно. Ну то есть то, что вот тактильное, короче, то, что ты чувствуешь, вот оно твое, ты такой, да, я пойду, ну я про свои ощущения говорю, что я пойду, и я такой, о, блин, надо почитать текст, это что-то интересное. Вот, а вот основная масса вообще, вот, я просто не понимаю English, ну и думаю, ну и хрен с вами, пиндосы на своем языке там дальше, ну и ладно. Я недавно подписалась на одного человека, который делает такие вырезки небольшие из клипов, ну и вставляет перевод. Ну, он по большому счету попсой занимается, иногда Линкин Парк вставляет. Но там, оказывается, такие сильные, ну, реально, текст, к примеру, у Майли Сайрус. У нее такие тексты классные. А мы этого не понимаем, потому что, ну, типа, качает и все классно. Когда текст читаешь, думаешь, ого, ты так можешь. Да. Классно, поэтому мне очень важен текст. Останция, кому еще нравится Майли Сайрус, пишите в комментариях. Мне нравится, если что. У меня в плейлисте одна из первых треков. Типа, я включаю плейлист. Я одна из первых играющих, и Майли Сайрус. Вот текст мне очень классный. Вот это ее фит с каким-то типом, с музыкантом, короче. Это не чисто она. Вот я что знаю. Вот, я эту песню вообще, Майли Сайрус, спалил у...
Ой, блин. У Грэма Нортона, шоу Грэма Нортона, куда он звезд приглашает актеров, короче. И вот она один раз ее там на лайве у Грэма Нортона исполняла. И я такой, оказывается, Майли Сайрус вот так делает. Вот так делает, я слушаю Майли Сайрус нахрен, потому что она крутая. Она, в принципе, крутая как личность и как артист, вот, но я не знал, что у нее музыка бывает такая крутючая. Я такой, базару нет, вот, поэтому здравствуйте, металкорщики. Если вы не слушаете Майли Сайрус, вы что за металкорщики такие? Да. Как говорится, надо расти вширь, в стороны, в разные интересы свои развивать. Развивайтесь с кайфом, не стойте на месте. Угу. Вот, получается, все. Получается все. Получается все. Станция. Смотрите. Классно же, а? Сегодня и информация была, и тяжеляк был. А что-то как будто АБ будет у нас. И у Альфа Вульф был брейк. Что будет у нас? А что-то как будто АБ у нас будет. АБЭТ? АБЭТ. Сейчас я доделаю, и все будет. Станция. Смотрите, значит, из-за того, что сегодня было... Я думал, я сейчас будет не особо интересно. Я такой думаю, ну пока я поделаю. Ты когда мне сказал, говорит, я буду готовить. В смысле ты будешь готовить? Тут такой трек. Ну я думал, будет неинтересно. Но оказалось интересно, станция. Видите как, я ошибался, получается. Беру свои, как говорится, выебоны обратно. Да, забираю. Вот. Классно, спасибо. Вам, Алена, спасибо большое за замечательный трек. Станция, теперь будем слушать, правда? Кто не слушал Слиптокен, пожалуйста, получайте. Вот вам вкусности, пожалуйста, вот кушайте, наслаждайтесь. Так что такие пироги на сегодня, станция. Все вот так вот замечательно прошло. Что? Я очень рада, что тебе понравилось. Да? Ништяк. Я тоже очень сильно хотел, чтобы мне понравилось, вот мне реально понравилось. Блин, вокал у него очень классный. Вот, станция. Смотрите, значит, что нужно помнить? Нужно помнить, что у нас есть телеграм-канал, в котором новости всякие выходят. Если... Если хотите увидеть, как он выглядит, то заходите в Телеграм, потому что мы уважаем анонимность и не будем здесь его вот так вот фотографировать. Вот. Да ты шо? Не надо, мы за анонимность. Хорошо. Обязательно. Ладно. Анонимность превыше всего, поэтому заходите в телегу, мы отлично. Там снимаем. Заходите в телегу, потому что в телеге есть закрепленное сообщение, в котором висит наш чат. Залетайте общаться в чат, потому что вот когда-то туда залетела Алена. И здравствуйте, вот мы. Ты у меня дома сидишь. Да, и мы у Алены в гостях, пожалуйста, находимся. Классно же. Вот. А все потому, что когда-то в чат зашла, в телегу. Вот. Поэтому и вы залетайте, становитесь частью большой семьи Металкор станции. Залетайте в телегу, залетайте во ВКонтакте. Вот. Подписывайтесь на канал, не забывайте, потому что у нас бывает интересно. А на сегодня все. Все, короче, станция. Еще увидимся здесь, на Металкор станции. Потому что она вечно обеспечена. Конец. Конец. Ты же быстро управился так. Вот раз, да. Не тянул резину. Сейчас не до сих пор не тяну резину. И, кстати, бустеры, вы лучшие просто. Те, кто подписан на бусти. Браслетиков пока нет. Интересно. Нету денежек на камушки. Вы уж извините, станция. А бустеры классные. Вот. Да и все вы классные. Просто бустеры чуть класснее. Сейчас сверчок тут должен быть. Все, пока. Давайте, контент. Так, сейчас мы посмотрим на Аленин профиль. Ой, ужас, ой, кошмар, какой.